Здравствуйте. На библейский портал «Экзегет» пришел вопрос. Супружеское воздержание в пост – обязанность или добровольный подвиг? У нас есть очень четкие слова об этом апостола Павла из первого послания Коринфянам из 7 главы. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление. Вот добровольный подвиг ⁇ это вообще любая аскетика, она добровольная. Мера, добрая, большая мера, спасительная дается нам в уставе. Но бывает, что супруги достигли разной меры. И поэтому здесь вопрос значительно сложнее. Он связан не только с тем, что можешь понести ты? Он связан с тем, что может понести твой супруг. Если твой супруг не в состоянии понести длительное воздержание в том объеме, в котором ты, никакого греха в ваших супружеских отношениях не будет. Конечно, бывают разные периоды. Понятно, что Великий пост, Среда и Пятница, они отличаются от остальных дней. Поэтому надо выбирать какую-то меру и постепенно от нее возрастать. Одно дело молодые супруги, другое дело супруги в летах. Конечно, мы должны постепенно навести порядок в себе и научиться, научиться управлять своим телесным человеком. Вот очень интересный образ есть у такого замечательного писателя духовного Сергея Фудуля. Он говорит, что если твоя собака находится под столом, Ест из миски то, что ты туда положишь, и в благодарность э, лежит твою руку, то она на месте. Но если она запрыгнула на стол, ест из твоей тарелки, а когда ты пытаешь ее отогнать, она кусает тебя за руку, то так быть не должно. Вот плотская страсть должна быть обуздана в человеке. Она должна управляться духовной жизнью человека. Для этого существуют посты. Это не разовое решение, это долгое, длительное, многолетнее возрастание. Поэтому с любовью к своему супругу, с любовью к Господу, конечно, надо постепенно возрастать в той мере воздержания, которая доступна, и входить в ту меру, которую подписывает церковь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.